Всем привет, ребята, вы на моем канале Сферкплей. Сегодня мы будем играть в... Майнкрафт, да. Вот, посмотрите на мой красивый дом. Песочница, тут открытие. Давайте пойдем к... Я вам познакомлю с моим сыном. Да, это мой сын, а вот это... Посмотрите. Это не моя дочь. Это не моя. Давайте мы ее подвинем. Вот, все. Сегодня я буду с вами знакомить с моим мужем. О, господи! Что-то происходит. А у нее там уже заражение пошло. Вот же мой муж, да, в браке с тобой. Мы можем поговорить с ним. Моим мужем, вот. Смысл. Отдай моего ребенка покоя. Вот мой ребенок. Отлично. О, уже можно рожать. Это мой сундук, это моего мужа, это тут такие столы. Это, а тут алмаз. Знаете, почему он такой дом построил? Красивый дом. Поднимаемся наверх, и тут вы увидите, что вот тут цветы, и тут в стиле черного цветка. А вы говорите, почему красный и синий? Это моего мужа. Это наша комната с мужем. И если мы пойдем наверх, там люк меня прикрывает. Если мы откроем этот люк. Ребят, простите, я забиваю проверку. И тут мы на комнате детей. Посмотрите, мы в комнате моих детей, да. Вот тут можно нажать. Мой ребенок вампир. Иди сюда. А мой ребенок, ладно. О, господи, какая она быстрая. Оставайся здесь, малышка. Установи точку дома. Так, надо тут проверить тут. И я вообще-то тут. И вообще. Хорошо, ма. Ребята, вы говорите, что это моя точка. Я пойду вниз, потому что это вообще. Обалдеть. Надо закрывать люк. Мой муж не успокоится, потому что там. Все там. Идите сюда. Следуй за мной и следуй за мной. Пошли. Ребята, кстати, тут мои книжки, и тут стулья, и тут стул такой. О, мой сын, иди сюда. Иди сюда. У нас тут серьезная проблема. Иди сюда. О, подошли ко мне. Оставайся здесь, установи точку дома, отлично. Так, мой муж, выходи из боя. Выходи из боя, муж, иди сюда, муж. Муж. Два. Оставайся здесь. Установи точку дома. Ну и что, чтобы блоки будут сбивать тебя на пути? Иди туда. Установи точку дома. Вот мой муж, установи точку дома. И оставайся здесь, муж. Потомство! Отлично! Это девочка. Надо, на тебе мою дочь, потому что я переживаю за нее. Мой муж тут толпится. Я тут вам рассказала, что тут есть. И все, я вам рассказала, ребята. Я рассказала вам, кстати, все, что надо. Я просто боюсь, чтобы мой сын и все внуки побоялись. И всем пока, ребята. Вы были на моем канале Сафирка Плей.